Я в полном порядке. Возможно, так. В чем дело? Какая будет задача? Ну да. Ну ладно, ладно, иду. Как делишки? Посмотрим. Я бы все-таки лучше спросил.
Ждешь, пока все свободно. Да-да, чувак. Конечно. Напоминаю. Посадка на пассажирские лайнеры теперь осуществляется через второй погрузочный модуль. Посмотрим. Пока еще живой. Вскипают моря.
не жалуюсь, да. Но может я подожду здесь, пока все уляжется. Напоминаю, посадка на пассажирские лайнеры теперь осуществляется через вторую погрузочную группу. Займусь этим. Поехали! Что буду полезен.
Ладно. Эй, что случилось? Ладно. Люблю ждать. Это точно. Говори. Согласен. Готов к бою. Ну что теперь? Да, я бы все-таки лучше спрятался. Что дальше? Нам надо идти. Постараюсь. Сейчас буду. Странных звуков,
подожду в ближайшем баре. Что достаточно скачать на чужого трояна, и они уже крутые хакеры. Фу, убогий отстой. Настоящий хакер, по крайней мере, знает, что такое логарифм или мины. Как жаль, что я прогуляла все уроки в школе. Не предпринимайте самостоятельных действий для обнаружения источника аномалий. Это может быть опасно для жизни. Конечно, это я. Внимание! Напоминаем посетителям станции. Доступ в служебные отсеки без специального разрешения запрещен. Пока еще живой, но это ненадолго. Yeah.
пошли. Прямо вперед. Живой. Знаешь, чем все это кончится? Роскошь им. Хорошо. Напоминаю, посадка на пассажирские лайнеры теперь осуществляется через дорогу погрузочный мод. Сегодня не его день. Буду через секунду.
и что теперь? Я же говорил, что буду полезен. Итак, какие планы? Была не была. Ладно. Со средней степенью угрозы. Ну что теперь? Ладно, иду. Что? Да? Так точно. Что думаешь? Идем! Пятый шлюз. Перестыковка через 12 минут. Надо идти. Итак.
скажу, что я полезен. Начальнику 4-го сектора срочно прибыть в командный центр. В целом сейчас складывается ситуация со средней степенью угрозы. Я же говорил, что буду полезен. Ну ладно, ладно, иду. Сконцентрируемся. Шанс. Поняла. О, черт! Я думал, это он. Боже, как я рад, что тут есть еще нормальные люди. Ты был в реакторном отсеке? Ты видел его? О, боже, эти глаза! Нет, он не человек, я точно говорю. Но и не киборг. От этих Замилю несет искусственностью. Боже, это дьявол! Я видел, как он голыми руками убил начальника смены. Он просто поднял его за горло и хресть! И охранные роботы его не трогают. Почему? У меня есть пушка. Мощная пушка, так что если эта тварь сунется ко мне, я его размозжу по стенке. Эта гадость меня так просто не достанет. Проще простого. Типа того. Я докажу, что я полезен. Точно! В 6-м реакторе перегрузка 3%. Я же говорил, что буду полезен. Ну ладно, ладно, иду. Хорошо. Ладно. Я прикрою тебя. Буду через секунду. Где меня ждут Линди, Мэри и Хуанита?
Состояние 36-го энергоблока стабильное. Я же говорил, что буду полезен. Итак. Не люблю ждать. Все усложняется. О, это наш новый ремонтник? Как жаль, что вся бригада разбежалась. Давай же я тебе пожму руку. Не убегай, мой друг, не убегай! Осуществляется разгрузка 14-го реактора. Пошли дальше. Конечно, это я. Нет, я не жалуюсь, но может, я подожду живой. Здесь, пока все уляжется. Я же говорил, что буду полезен. Двенадцатый реактор. Состояние стабильное. Пока еще живой, но это ненадолго. Биоритм. За дело. Не в моем духе пропускать драку. Нет, только не я, господи, ну за что? Состояние 36-го энергоблока стабильное. Я мечтаю. Да, это будет круто. Я же говорил, что буду полезен. Ну ладно, ладно, иду. Пошли дальше. Правильно. Действую. Точно. Не дрейф.
Все будет чики-пики. 12-й реактор. Ой, каков состояние план. Стабильное. Он мертв? В смысле, взорвался? Так это был киборг? Нет, я не верю. Здесь творится черти что. Только вчера здесь, в зал совета, проходил взвод командос и космических пехотинцев. И они не вернулись. А теперь, оказывается, это было киборгом? Все, с меня хватит. Я уже слышал, как объявили общую эвакуацию. Я сваливаю. Вот, держи, мне это больше не нужно. Прощай. Я торчу. Знаешь, чем все это кончится? Роскошью. Всем рабочим смены покинуть помещение энергостанции. Повторяю. Всем рабочим смены срочно покинуть помещение энергостанции. Это не учение. Конечно. Пока еще живой, но это ненадолго. Идем! Эй, чувак! Будь проще! Что такое? Реактор. Падение мощности 14%. Одна нога здесь, другая там. Я в полном порядке.